В 0 часов 21 минуту в пожарно-спасательную службу Старошайгорского района поступило сообщение о горении легкового автомобиля марки ВАЗ-2107 2005 года выпуска, положенного по адресу село Старая Шайга, улица Строителей, дом 6А. Автомобиль находился в собственности мужчины 1952 года рождения. По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было обнаружено горение автомобиля открытым пламенем на площади 4 квадратных метра. В результате происшествия пострадавших нет. Предположительной причиной пожара явился умышленный поджог. Алексей Миронов, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайгорского муниципальных районов.